Госэкспертиза документов по реконструкции Гагаринского путепровода в Орске закончилась. В ближайшее время аукцион будет размещен и начнутся поиски подрядчика, который займется работами. Пока будет идти вся эта процедура, люди будут ездить по ямам, заявил глава Орска Василий Козупица. Он дал распоряжение въезд на мост с улицы Краматорской и проспекта Мира заделать. Ямы, которые там есть, временно залатать до глобального ремонта путепровода. Напомним, на реконструкцию Гагаринского путепровода планируется потратить 150 миллионов рублей. То же самое касается и улицы Новосибирской. Госэкспертиза тоже завершена. Впереди поиск подрядчика. Здесь, как после бомбежки, заявил Василий Козупица и велел самые аварийные участки временно подлатать. Напомним, за Новосибирскую в этом году обещают взяться всерьез. Она вошла в целевую программу БКД.